День добрых дел. У Вероники синдром Дауна. Это генетическое нарушение. В клетке присутствует лишняя хромосома. Когда девочка появилась на свет, врачи сказали ее маме: «Видите, какой у вас ребенок? От таких отказываются». «А какой?» – спросила мама. Ведь сравнивать ей было не с кем. Дочка была первенцем в семье. Другой доктор произнес: «Наслаждайтесь каждым днем вместе и надейтесь на лучшее». Поначалу малышка была очень слаба. Мама даже боялась уснуть, чтобы не пропустить последний вздох ребенка. Но свершилось чудо. Вероника начала крепнуть, страхи отступили. Правда, в 4 года ей потребовалась срочная операция на сердце. Она длилась 7 часов. Это был большой риск. Однако все обошлось. Сейчас Веронике 5 лет. Она ходит в детский сад и центр поддержки семей с детьми с особенностями развития «Дорогу и добра». Девочка активно пытается общаться. В ее лепете можно разобрать отдельные слова. А еще она любит танцевать и петь. Обожает возиться с тестом, водой и красками. А если девочку обидит какой-нибудь забияка, она не дуется долго. Но без нашей помощи Веронике и другим ребятам, которые приходят на занятия в центр «Дорогу и добра», не справится. Чтобы центр продолжал работу, в год нужно 3 миллиона рублей. Давайте вместе соберем хотя бы десятую часть необходимой суммы – 300 тысяч. И тогда особые ребята смогут расти и развиваться наравне со сверстниками, ходить в детский сад и школу, радовать родителей и педагогов своими маленькими, но такими важными успехами. Отправьте СМС на номер 3443 с текстом «Ребята» и через пробел сумма пожертвования цифрами. Например, «Ребята 100». И обязательно не забудьте подтвердить платеж в ответном СМС. 3443. Вместе мы изменим жизнь особых детей к лучшему.